приветствую вас на своем канале. И начинаю делать многосерийное видео под названием, как же я его назову? А назову я его «Автосталк в заброшенный пионерский лагерь «Лесная быль». Первые километры дороги через лес оказались тяжеловаты для 408-го Пежа. Пежо 408. Все-таки это затерка, седан. Поэтому по песчаным дорожкам на нем как-то сложновато. Он все-таки низковат. Это не Suzuki Jimny и не Toyota Highlander. Вся старинная дорога, которая идет через лес, наверное, там когда-то ездили автобусы, возили туда детей, вот, наверное, а возили, наверное, из Балашихи, где-то в Балашихе забирали и везли туда. В общем, вся эта лесная дорога сделана как-то из песка, и весь лес, там нет глины, весь какой-то песчаный, даже необычно такое было наблюдать. В таком расстоянии от Москвы. Ну, это не пустыня, но вместо земли там везде песок. Как будто там был когда-то карьер во времена динозавров. Сразу говорю, что дорога туда никак не обозначена. Например, на Яндекс.Картах. Там просто лес, густой лес. Все зеленое, зеленое, зеленое. И сначала мы приехали в деревню. Деревня называется... Забыл, как деревня называется, но это не суть. В общем, оказывается, к лагерю вела дорога, но про нее мы не знали. Ну, местные это наверняка знали и знают, а мы вот не знали и немножко заблудились. Сделали круг километров, ну, общий протяженность, наверное, километров 10. Но потом достигли пункта назначения. Итак, начинается самое интересное. Вот они, главные ворота, это въезд в лагерь. Мы машину бросили у ворот, внутрь пошли пешком. Смотрим. Территория там, как оказалось, была все-таки, ну, охраняемая на один балл. Был один мужичок-сторож, который там когда-то работал кочегаром в котельной. Попав на территорию, первым делом почему-то нас потянуло пойти в изолятор. Ну, это типа медсанчасть. Ёлка-паук. Детская. Там было стоматологическое кресло. Ну, что-то сохранилось. Варваров не особо много еще побывало. Лестница очень плохая, Жень. Насколько я помню, лестница там была с деревянными ступеньками. Вот. Такая немного уже опасная. Ну, перила точно были деревянные. На железных стойках. Короче, это и подниматься было немножко жестко по ней.
изолятор был, ну, где души не кусают. Я не учился, поэтому что за устройство электрическое серое, я не знаю. Может быть, автомат раздачи газированной воды, чтобы детишки не плакали. Корвалол. Это, видимо, туалетик для обкакавшихся детишек, которые испугались доктора и обкакались. Им быстро надо было лет 5 назад, мне кажется, живое. Скинуть это куда-нибудь в канализацию лагерную. Трусы и чьи. Название комнаты этой я не знаю, но похоже, что там был пиздец. Учебный спортзал с весами и табуреткой. Табуретка, конечно, веселая такая. Сзади крест и девочка, медсестричка нарисована. Стерня такая, спортзал в школе. Перевернутая парта. Весы модные. Спускаемся на улицу. Какой вот в это? Надо найти там лучше. Слышь? Там потому что кусты одни. Вот здесь? Ой-ой-ой, колется елка. Дверь выбита. Пойдем.
красное, видишь? Интересное здание, ты сказала? Там красиво. Сейчас в окошке посмотрим, что. Ну, типа каких-то стульев. Наша анкета. Слышишь? Нет, тут пусто. Слышишь? Тут пусто. Жень. Ну, не знаю, тут туалет. Не, не пройдем. Провода, смотри какие. Слышь? Ну это вообще ведь не Московская область, да? А вот это здание? А это? А в этом что? Подожди, а это не медицинский? Разодранным, как будто там волк драл когтями. Да, это очень старое. Видишь, ступеньки все уже обвалились. Он большой, как ты думаешь? Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, делитесь, и будет еще несколько серий этого видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!